Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Продолжаем играть в System Shock. Если вы зашли уже, то поставите лайк. Если смотрите, то подписывайтесь, комментируйте и шарьте. А в остальном давайте продолжать играть и так далее. Вы же за этим пришли. За этим пришли, дорогие товарищи, да? Ой, что это здесь заваляли? Заваляшки такие. О, господи, уже прошло какое-то время, как я играл последний раз. Мне кажется, я уже что-то забыл, что-то тут было не так весело. Маленькая модель Сатурна, прикольно, мне нравится. Читаю, читаю, как вы такое читать можете? Оно же все одинаковое. Хотя видно, что до хрена интересно всяких. Ну, в том смысле, что расставляли классно. То есть оно не стоит так вот, что прям стоит одним. А кто-то запарился так и вот расставлял. Как это сюда добраться, если что? Вот это забавно, конечно. Фишка. Снял предмет, и он сразу же так. Все это кредит, мусор, мне неинтересно. Человек головой. Всегда забавно. И диван так попах, попах. Да, это баги. Это, сука, баги. Но не смертельные. Ногой подергивает, а ты ж. Забавно. Это здесь явно. Где-то здесь явно дверка, но где? Хрен его знает. Так, если мы посмотрим так, так, так. Может, она не тут, а где-то там еще. На этом празднике жизни. Стакан, стакан. Разберем, что это такое, если бы мы знали. Солнце светит, ясно. Так, может там какой-то вход был, кстати говоря. Может и был.
красивая, конечно же. Подозрительно, да? Денег, в принципе, хватает. Тут главный вопрос в том, что мало ли там понадобится когда-то. А, пустой, блин, зараза. А, застрелиться, да? Забавно. Не подается. It won't budge. Как в этом Клифф Баркерс Undying. Там заходишь к дверям, которых полным-полно в этом особняке. И такой пацан. Won't budge, won't budge. Там одни двери открываются, другие не открываются. Рапира. Вы нас радуете оружием, да? Скинем где-нибудь. Брать все. Брать все. Зачем вам лазерная рапира? Что это за оружие такое странное? Нам надо... Нам надо сюда. Главное, чтобы ботов не было. Интегрировал я карточку. Может, смог бы сейчас что-нибудь. Так, заблокировано. Бутылка. Эх, хотел бы хакер напиться. Да только не до плотских увеселений. Плоть слаба, железо снаружи, железо снутри, правда? Как там было?
поэтому, чтобы не было сильных искушений. Мы сейчас пробьем все стаканы. Соточка. А где тут наша база была? О. Я вижу пароль, я знаю апельсин. Вот так вот. Наверное, была на заюзать, что ли? Чуть не хочется. Куда нас ведет эта лестница, непонятно. Муха. Пипец. Ладно, это было короткий телепорт. Нормально тогда. Cyborg conversion activated. Cyborg conversion canceled. Я свет хотел выключить. Station restoration procedures online. Так, ладно, пошли дальше. Так, нас выкинуло сюда, а нам нужно сюда. Здесь ничего интересного. Сюда. Пипец, тут какой-то длинный маршрут получается. Да, лучше не умирать. Куда я все оружие скидал, я уже не помню. Ну как тебя заплющило? Почти, но не туда. Но тут людей, правда. Чуть не работает убрать марки, да? Папа.
скорее всего, будут давать борща. Пойдем попробуем. Пошли, блин. Но если я ею все равно не пользуюсь, то пускай она здесь лежит. Отсюда я возьму этот дробовик. Дайте-ка я гляну. Блядь, не работает, а. Ладно. Видимо, реально нужно быть суперадмином. Понастроили тут. Да. Теперь сюда. Высокий уровень усталости.
Че ж ты так не хочешь умирать-то, а? Я не знаю, что это такое, но... Но мы туда заглянем обязательно. Так, значит, нам надо прямо. Короче, прямо надо. Блин, вы твари такие, а? Что за пипец? Не работает. Внезапно не работает, а? Вот же ж. Блин. Блин, блинский. Не очень готов сейчас. Не работает. Что за кишки по полу? Сколько в тебя стрелять-то надо? Кепочка. Шапочка должна, правильно? Диван забавно прискакивает, и это тоже забавно прискакивает. Там лучшие места, да? У нас в клубе. Ключики, говорите. Не работает, да? Обидненько, обидненько.
То есть все равно надо пробежать. Там вокруг все. Ай, гребаные лабиринты. Что это было? Можно было, а я одну карточку просто в пластик переработал. Где-то я просрал всю энергию. Явно выглядит, что что-то пошло не по плану. Причем очень не по плану. Говница в конверте. Цельная винтовка, прям цельная. Не работает. А ёкар на бабае, что такое? У вас, кстати, не соединяется тут ни хрена. Блин, там ключик нужен, там еще что-то. Ладно, пошлите тогда в это. Блин, обидно. Ходить тут кругами надо. Из-за этого. Ладно, хрен с ней, пускай винтовка здесь будет. Хорошо стоит. Попробуем в бета-гров, если она еще. Гасите всех.
Интересно. Чудно, надо получить право админа, и тогда будет кайф. Что-то для богатеев у вас маловато денежек на счету. Ай, блин. Так, нам надо сюда. Угу. И энергию подпалить. Dangerous biocontaminant detected. Do not enter without protective suit. А я попробую. Давайте сохраним. Сейчас где-то у нас. Че сейчас дохну нахрен. Ничего мне не поможет. Я таки попробую. Куда я иду? Блин, я знаю, куда я иду. Я не знаю, куда я иду. Так, то лучше и не бежать. Да, это была плохая идея. А у нас еще есть другие палубы, что ли? Давайте посмотрим. Так, это не то. Куда надо идти? Дай. Или подождите, или туда все-таки надо. Давайте до лифта доберемся, посмотрим. Дельта. Пипец.
Суки. Что за шутки? А, там... Бунт грузовой. Подождите. А, там восстановитель. Да и часть была, да? Это что? Я не понял. Подождите, подожди, подожди. А, автомат. Хорошо. Давайте попробуем в какой-нибудь лифт попасть. Элеватор. Куда ты нас можешь? Executive flight. Это мне интересно. Так, это не тот элеватор, который нам нужен. Executive flight deck. Эх, чует мое сердце, что все-таки надо в бета-гроф зайти. Блин, ну это пипец. Пилить. Так, это я помню. Вот это вот, смотрите, такая же. Один паттерн, второй паттерн. И вот третий паттерн. То есть теоретически нам нужно все-таки там что-то поделать. Теоретически. Чисто теоретически. Биологическое, блин, загрязнение. Как бы тут попасть теперь, куда надо? Блин, пипец, это ж идти, если я умру. Если я умру, это будет не весело. Не, давайте загружусь просто. Как бы ачивку я уже получил, мне не страшно. Так, понеслась. А? Гранат ни хрена нету. Да-да-да. Работает там? Это даже сука обидно. А что тут надо делать тогда? Ага. То есть тут есть мозгоправ. My child, welcome home. Welcome home, блин. Так. Thank you.
Блин, а как тут тогда? А, у меня защитный ранец есть. Прикольно. Стаминку сюда. Понял. Ябочка. Так, оснащение. Блять, пиздец. Тут мозгосос, блин. Но стратегия верная, конечно. Просто умирать нельзя. Блять, и пропустить, наверное. Thank you.
Пора валить. Пора валить. Где выход? Ботинки, может, пока не надо. Биосканер. Кто здесь? Сфигатор. Оснащение. Угу. Угу. Давайте сохранимся. Thank you.
плохо. Так. Типа что-то с... Блять, нахуй идем. Дурное место, блин, а? Сейфы тело вырывает, блин. Блин, еще поставили в самый конец. Вроде как защита есть. Но мне нужны эти. Вон здесь геймдизайнерский проем. Понятно, что там в реальности бы никто тебе ничего не сказал бы. Но может не в реальности, я понял. Может здесь где-то будет. Ах ты ж, блядство какое. Давайте, открывайся.
Safety interlocks disabled. Части станции мы проснемся. Да блять, вы бесите. Insect, your body will never be mourned, but it will be. Да, сука, давай. Так, ладно, стимулятор. Какой нахрен высокий устал? Я же стамину включу. Нет, не годится. Почему? Потому что сейчас меня распидорасит. Так не работает, так не работает. Как выключить это? Как пидор включить? Safety interlocks disabled. Thank you.
Что-то не то. Что-то очень не то. Так. Давайте просто посмотрим, может здесь есть какие отключатели все этой хуйни. Блять, не ебите мозги. Не ебите мозги. Если тут только бета-роща и все, то проблемы нету. Ладно, попробуем. Отключите там уже. Эту дверь. Как она есть. Safety interlocks disabled. Сказать, на грани. Master Jennison enable not activated. Надо сбросить, правильно? Какая, блин, хер. Thank you.
Пойдемте к Дельте посмотрим. Как тут это работает. Так, Дельту я точно исследовал. Господи, боже ты мой. Упало бурководство, там нажал на главный рубильник сброса. Аварийного сброса, потом вернулся на палубу руководства. Там нажал на главный рубильник аварийного сброса в квадранте гамма, а потом дернул рычаг в лобби рощи. Это куда ж? Мы где находимся вообще? То есть вначале потом дернуть какой-то рычаг нужно где-то. Мы на какой палубу руководства, правильно? Правильно. Скажем так, это проблема. Начинает проглядываться проблемы именно олдового геймдизайна. То есть я не понимаю, куда мне идти сейчас. То есть я здесь, но что значит вернуться на палубу руководства? Может быть, немножечко более подробно рассказать о том, куда же вернуться. А, точно, у нас же были в лобби какие-то... Циферки. Сейчас я совершенно точно помню, что я записывал. Там всякое такое 692, 701, 137 и так далее. Пипец, это, конечно, идти. Да. Хоть быстро сдохнуть, а потом возродиться. Так же не получится, потому что. Рапиры серебряные. Тут тоже патронов нет. В общем, какая-то... некрасивая ситуация. Так. Здесь я, по-моему, уже открывал все, что нужно. Как бы теоретически я прошел везде, где нужно. И где-то там надо нажать на сброс. Но где? Наверное, здесь все-таки. Ага. Давайте попробуем.
нам сюда не надо. Нам надо вон туда. Мяу. Нам надо вот сюда, 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 блин, через весь этаж. У вас же есть один телепортатор. Чё ж вы не могли везде его расставить? Это ж такая удобная штука, нет? Нет, мне кажется. Имеется побочные... Так, чё там у нас? Шейница. 692. Неверно код, окей. 701. Ух, прикольно. Прикольненько. Пипец, конечно. Это надо записать. Брейн. Jumping tables. Сейчас меня убьют. Снова возражусь. Ай, веселуха. Украл, выпил, в лазарет. Прополз, убили, в лазарет. Весело и... Весело, не скучно, Макдональдс. Систем ш... И те патроны, конечно же. Блять, вот я об этом и говорил. Надо было как-то умереть. Ну как ты умрешь там? Себя не застрелишь так. Так, сейчас я сдохну и... Эй, блин. Ну, по крайней мере, я нашел путь. Я нашел путь. И я попробую им пройти. Пипец. Почему нельзя было поставить лазарет где-то посередке? Я понимаю, что они там занимались этим на думоподобном движке, где один этаж. Но, блин. Этот чувак такой. Та-да-та-да. Полежим, полежим. Это, блин, хакер. Ну ладно, ты хакер, а не. А можно это использовать как оружие? Было прикольно, нет? А мне кажется, да. Да наоборот, вниз я хотел. Смотрите, как веселее стало. Пропустил, по-моему. Нет, не пропустил. Мне показалось. Блин, чертовщина, где карта? Карта крепкая. А, да, все правильно, все правильно. Пардоньте. Пардоньте, мой косяк. Но кто здесь еще? Стремиться к мировому господству.
Блин, откуда вы вылезли такие красивые? Сиди теперь думай, откуда. Хорошо. Да, но тут у меня скорпион. Recycle Station. Как я долго тебя ждал. Заебали уже. А, это... Во, ядра. Блять. Может, зря я там уничтожил эту хрень. Бля-бля-бля-бля. Бля-бля-бля, как тут выйти? А, сука! Что поменялось? Непонятно. Да блин, дайте уже нормально эти. Пипец, вот задолбали. Бомж. Завтра. Ребята, устаешь просто от того, что надо сохраняться. Надо сохраняться. Да. Тут игра просто заставляет тебя. Тут невозможно играть на... Thank you.
Да, сохраняемся. Не стесняемся. Это знаете, как... В общем-то, к читам начинаешь относиться несколько проще. До того, как пока, собственно, не сдашь. Что это за глюки такие непонятные? Руководство самое долгое пока что. Коллизия. Да, я смотрю, да. Ты где вообще? Сейчас на арену. Правильно, да? Ты кто, блядь, Диего, что ли? На арену без патронов, без нихуя, блядь, да что вы заебали, пидорасы?
Вот здесь вот, блядь, геймдизайнерский проеб, который надо было переделать. А, ребята, вы издеваетесь. Я уже немножко устал от игры. Мне нравится, как он такой, как будто делает, когда перезаряжает. Перезаряжает аккумулятор. Тысячи чертей. Ага, на другую сторону. Откуда там этот мозгосос? Почему я показался в его власти, скажем так? Стаканы вы, видимо, ведрами делаете. Термос у вас какой-то дешевый. Какую-то каюту видите вообще? По-моему, это косяк оригинальной игры. Надо в честном слове на одном крыле. Загрузить.
Нет. Волшебный индийский монтаж. Ой, блин. Так. Девять, да. Почему не ноль? Потому что у меня на моей укороченной клавиатуре кнопки ноль нету. Казалось, не так уж сложно. Хе-хе-хе, прикольно, мне нравится. Так, что там, стаканчик? Так, это надо сохранить игру, потому что сейчас кто-нибудь придет и меня от. То есть я уже 21 час играю, да? Есть ачивка пройти игру за 10 часов, да? Но это нужно четко понимать, куда и зачем идти. А на данном моменте, как видите, я даже немножечко плутаю. Причем даже не немножечко, в некоторых местах, блин, ругаюсь жестко. По поводу этих странных решений. Stay away. Jettison enable failure. Possible cause. Damage to power relay. Consult diagnostic report in repair bay level 3 for detailed analysis. Еще раз куда-то идти надо, ёкарный бабай. Ладно, понятно. О, инжиниринг. Отлично. Послушаем, что скажет нам Эдвард Диего. Storage closet unlocked. Identification. Эдвард Диего. Больной.
человеку плохо. Это что у нас такое? Просто драгоценное яйцо, все. Да ну нахер мне это драгоценное яйцо. Вы все врете. Вы только говорите, что это драгоценное яйцо. На самом деле оно нифига не драгоценное. Так. Значит, вы говорите, хотите сказать, что мне нужно идти сюда? Да? Ну что же, дорогие товарищи. А давайте и пойдем. Сохранить, мало ли там. Elevator disabled. Biohazard emergency. Че? Ух, ладно, товарищи, я что-то как-то приустал уже болтаться по этим... По этим. Подожди-ка, что здесь у нас такое? Мистер Диего, согласно вашему поручению, заверенному Шодан, мы произвели установку экспериментального телепортационного блока ваших новых апартаментов. Его второй терминал располагается у входа на служебный этаж. Активация ТБ производится любым объектом достаточного веса, минимум 50 кг. Обратите внимание, что ТБ все еще проходит фазу испытания. Разрешение, выданное Шодан, не подкреплено кем-либо из научных сотрудников. Рекомендуем использовать устройство с большой осторожностью. Входа на служебный этаж. Ваших новых... Прикольно. Скрытые возможности. Так, что значит Biohazard Detected? Biohazard, да? Elevator disabled. Biohazard emergency. Что можно с этим сделать? Что с этим можно сделать? С этим, наверное... Блин, надо как-то разбираться, что ли. Ладушки. Я где-нибудь потом поброжу. И расскажу, как я таки пробрался дальше. А возможно и покажу. Ну а на сегодня я, пожалуй, все. Это была такая достаточно мучительная игра. Ввиду старых геймдизайнерских решений, которые реально надо было бы немножечко поменять как-то и изменить.
Да вот имеем, что имеем, как бы. Ремастер, так сказать, ремейк. Который больше похож на ремастер, да. В общем-то, если вам понравились лайки, если смотрели шары, комменты, донаты, если вы хотите, чтобы я продолжал. И, в общем-то, заходите на наш Discord-канал, заходите в ВК, Telegram, Facebook, в общем, все мы там есть. И увидимся в этой или в другой игре. Так что до скорой встреч, дорогие товарищи. Все, всем пока.